Вот и подошла к концу неделя добра. В Щелковском городском округе она проходила впервые. В период с 13 по 22 апреля прошло более 50 мероприятий, и в них поучаствовало порядка 20 тысяч жителей. «Твори добро, помогай другим». Именно с таким девизом представители общественных и молодежных организаций выполняли в назначенный период самый разнообразный список полезных дел. Сюда входили дни волонтерства, дни истории и памяти, дни добрых знаний, дни донорства и труда, а также акции помощи и защиты бездомных животных, окружающей среды и многого-многого другого. В молодежном центре «Навигатор» участники акции собрались для того, чтобы подвести итоги проделанной работы. Люди разных возрастов, разных профессий смогли сделать то, что необходимо нам в повседневной жизни. То, что необходимо тем людям, которые не могут по состоянию здоровья, по другим причинам получить ежедневно, и они смогли в эти дни получить то, что для них очень важно. Для таких людей это очень и очень нужно. И, конечно же, здесь нужно иметь особое сердце и особую теплоту в сердце каждого из вас, чтобы уметь это сделать. Итоги у нас прекрасные, мы даже сами не ожидали, что в городском округе такое количество добрых, отзывчивых людей. Нам очень приятно с ними было работать. Мы помогли очень многим людям. Более 20 тысяч у нас приняли участие в этом. И что приятно, что люди шли с удовольствием на эти акции, им очень это нравилось. Спасибо вот всем огромное, что они принимают участие. И я надеюсь, что они останутся с нами и будут принимать активное участие в течение года. Также коллективам молодежных центров округа и активистам, принимающим непосредственное участие в акции, были вручены благодарственные грамоты. Мария Буржинская, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».